Индийская национальная модель, рассчитанная правительственной комиссией, уверяет, что страна находится на пике пандемии. Ежедневное число новых заражений идет на спад, но говорить о завершении эпидемии в Индии можно будет не раньше февраля следующего года, когда общее число заболевших достигнет 10,5 миллионов. А пока индуистские храмы по всей стране впервые готовятся отмечать важнейшие религиозные торжества в условиях коронавируса. Наваратри или девятиночие – время, когда боги пробуждаются после сезона дождей и побеждают демонов. В этом году службы проходят в условиях жестких ограничений. Не более 5000 прихожан в день в одном храме, что по индийским меркам совсем ничего. Все брахманы проходят еженедельное тестирование на ковид, а сами храмы и идолы обрабатываются после каждой службы санитайзером. Теперь нельзя подносить божеству традиционные подарки – цветы, кокосовые орехи и фрукты. Служители храма будут совершать выездные церемонии для верующих, но сами ритуалы могут прекратиться только если наступит конец света. За период карантина Индия слишком истосковалась по традиционным обрядам и другим любимым развлечениям. Вторыми, а возможно и первыми по значимости для индийцев являются вот эти храмы. Пусть пока и места продают через одно и действуют много других ограничений, но впервые после 7-месячного перерыва в Индии заработали кинотеатры. 7 месяцев, что были закрыты залы, индийская киноиндустрия терпела многомиллионные убытки. Сначала Болливуд не мог завершить начатые съемки, а теперь киномагнаты не спешат объявлять премьеры. Поход в кино лишился и других привычных атрибутов. Теперь в зале во время фильма людям нельзя снимать маски, а это значит, что еда и напитки будут запрещены во время показов. Посетители смогут купить все, что они захотят в фойе, но им придется это съесть и выпить до начала сеанса. Пока в репертуаре открывшихся кинотеатров повторы фильмов, вышедших в прокат до локдауна. Но одну из картин первым послекарантинным зрителям предлагают особенно настойчиво. Байопик или кинобиография индийского премьер-министра. Фильм Нарендра Моди повествует о жизни и пути на политическую вершину лидера партии БДП. Картину начали снимать задолго до пандемии, но сейчас кинопрокатчики, судя по всему, отвели ей особую духоподъемную роль. Первые сеансы по всей стране прошли при пустых залах. Побороть страх перед инфекцией не помогли даже нарочито бесстрашные герои индийского кино. Дмитрий Мельников и Владислав Додонов. Вести, Нью-Дели, Индия.